привет, меня зовут Инесса, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я с вами немножко поговорю про Тунис, покажу вам яркие, интересные места, расскажу про свои будни. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной до конца. Начну с того, что я живу здесь уже третий год. За эти три года я немножко выучила язык, совсем немножко, на таком маленьком-маленьком уровне, что я могу общаться только со своей близкой семьей. Так, чтобы говорить, чтобы пойти устроиться куда-то работать, то, конечно, я не могу, потому что у меня нету ни французского, ни арабского языка. Английский здесь мало где приветствуется, поэтому сижу я дома с ребенком, занимаюсь воспитанием своей дочки. Если у вас есть дети, то, думаю, вы меня поймете, то что с детьми скучать не приходится, вы постоянно будете в каком-то активе. Это прогулки с ребенком, это занятия какие-то с ребенком. При этом вы будете постоянно готовить, кушать, дома убирать. В общем, все это будет на ваших хрупких плечах. Конечно же, благодаря тому, что у нас есть ребенок, мы постоянно находимся в движении, мы ходим постоянно на какие-то детские площадки, мы открываем для себя новые места. Вот здесь у нас сейчас в Сфаксе открылось новое место, называется iPlay. Мы еще там ни разу не были, поэтому ближайшие две недели, но мы туда обязательно пойдем и сходим и откроем для себя еще одно новое место. Очень проживает много русскоговорящих девочек. Они абсолютно со всех стран. Это будет и Россия, и Украина, и Туркменистан, и Киргизия, и вот я, Казахстан. Поэтому мы постоянно с кем-то общаемся, переписываемся, встречаемся. В моем городе примерно проживает 20 девочек из Украины и России, поэтому мы очень часто встречаемся, гуляем и открываем для себя какие-то новые кафе и новое меню этой страны.
Казахстане, то постоянно моя мама, либо же моя сестренка готовили кушать. Я настолько редко прикасалась к еде и кухне, поэтому все это было на их плечах. Я этим практически не занималась, и сказать то, что я как-то превосходно готовила, я не скажу. Конечно, да, я умела готовить какие-то основные блюда, там борщ, плов, картошку пожарить, ну, такие самые элементарные вещи я знала, вареники, пельмени, манты, но как-то по-крупному готовить там котлеты, беляши, я этого абсолютно ничего не знала. Потому что я очень многое время была вегетарианцем, поэтому я не сталкивалась с тем, как правильно это готовить, и вообще не притрагивалась к мясу. Но так как я здесь живу уже вот третий год, и я третий год уже отказалась от вегетарианства, я потихоньку, понемножку кушаю мясо. Конечно, мне не нравится этот вкус до сих пор, но если очень много специй и каких-то других добавок в мясе, то я могу это поесть. Поэтому сейчас я научилась готовить очень-очень хорошо. И при этом я уже учусь готовить тунисскую еду, тунисскую кухню познаю для себя. Научилась готовить кускус. Кускус — это традиционное арабское блюдо. Вы можете встретить как в Алжире, как в Ливане, как в Тунисе, также в Марокко. Поэтому в каждой стране он приготовится по-своему, а мне безумно нравится, как он готовится именно в Тунисе, потому что это настолько яркий вкус и разных специй. В общем, это очень вкусно. Если вы будете в Тунисе, то обязательно приготовьте. А также я завела себе аккаунт в Инстаграме. Называется он «Вкус Туниса», где я каждую неделю выкладываю какие-то разные картинки, фотографии с нашей кухни, фотографии и блюда моей свекрови, какие-то мои блюда, какие-то с интернета, какие-то просто покупанные вещи, что мы покупаем. Мы примерно вот два раза в месяц ходим в супермаркет, мы закупаемся едой на месяц, ну и какие-то там отдельные маленькие вещи мы покупаем уже вот здесь в ближайших маленьких магазинах, их здесь называют хануты. Ну а так, здесь в Тунисе вы можете найти несколько больших супермаркетов, такие как Carrefour, MG, Sorimax. Сейчас покажу вам немножко цены с магазина Sorimax. Sorimax вообще считается государственным магазином, поэтому там немножко цены бывают занижены. Если вы турист, то обязательно заглядывайте в этот магазин. Свои личные дела, про свои личные хобби. Так как я являюсь дизайнером одежды
и пошив одежды, и прорисовка эскизов, модели, все это является частью моей профессии, то, конечно же, я ежедневно, еженедельно занимаюсь этим тоже. Поделиться со своим творчеством я вот завела YouTube-канал, где вы можете увидеть очень много разных моих работ, где я отшиваю, где я рисую, где я делаю коллажи, при этом я изменяю вид одежды, какая-то переделка, DIY. В общем, у меня очень много разных интересных видео. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Становитесь частью моей комьюнити. Мне будет очень приятно, мне будет очень радостно то, что вы останетесь на моем канале. Надеюсь на то, что вам это видео понравилось, что вы открыли для себя что-то новенькое и интересное. Если это так, то поддержите меня лайком, пишите мне ваши комментарии. Всем я вам желаю хорошего настроения, яркого лета и всем пока-пока!